Всех с возвращением в мир King's Bounty, Воин Севера, друзья. 57-я серия у нас. Мы находимся на острове Исланд. В принципе, уже весь остров практически почистили. Осталась там пещерка посередине острова. И вот тут вот... вот это вот водное пространство. Мы в конце прошлой серии наконец-то раздобыли здесь для себя корабль. И можем здесь все почистить. Во-первых, нам необходимо убить пирата, который тут промышляет. У нас заказ на него. Где-то он тут. Вот он. Ух, сам на нас еще и нападает. Вот так-то. Русти, одноногий. Однажды Русти, тогда еще юному матросу, во время рыбалки морской дьявол откусил ногу выше колена. Прошло много лет, Русти стал капитаном, но по-прежнему боится морских дьяволов. Именно поэтому он и промышляет в студенных водах Исланда. Атака 24, защита 21, интеллект 12, 48 уровень. Ну, то есть интеллектом не блещет. 150 маны, тем не менее, многовато. Ой, сколько много валькирий у него, а? Ладно. Действуем по привычной схеме. Начнем, конечно же, с валькирий. Так, а возможно, сюда стоит еще и посланника Регины вызвать, чтобы занять их. Итак, валькирии. О, неплохо. Блин. Долгое, длинное расстояние, смотрите. Нет прямой стрелки у глаз. Но Феникс долетел. Это радует. Клон. Ну, это фигня. Кастует там, правда, всякое, конечно, мерзавец. Мы тоже не промах. Покастовать. Да блин! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ангел-мститель сидит. Надо его снять будет. Зараза такая. Ладно, пока тогда вот этого ударим. Блин, на нем тоже сидит. Скотина. На ком не сидит Ангел-Мститель? Это жестко было. Воскрешение, да? Так, ну валькирию, может, уже добьем Фениксом, не будем с ней снимать Ангела-Мстителя. Что тут понакладывал, хрен поймешь чего. Так, ладно. А, на нем нет. А, есть. Так, ладно, снимаем тогда с топорщика Ангела-Мстителя. И воскрешение у нас получается. Сюда. Так, все, пошел отсад по топорщику. Значит. Так, теперь вот надо аккуратно. Так, на нем нету. Хорошо, бьем сюда. Ну, а Феня как бы выдержит Ангела-Мстителя. У него от магии хорошая защита. Это просится, владыка сервера просто. Ну,
вот этой штучкой тоже можно проатаковать. Валькирий, ничего страшного. А, все, закончился, да? Закончился ангел-мститель, ну держись. Что так слабо? Опа! Офигеть. Офигеть, офигеть. Что же сделать? Да, хороший ход. Ой-ой-ой-ой-ой, очень хороший ход. Ну, конечно, 192. Как я их верну? Не представляю. Это очень жестко было. А, что, не действует, да? После превращения барана снялся. Хотя нет, криты проходят вроде. Бог мой, как я подниму столько эльфов, кто мне скажет? Да, это был жесткий удар. Я в шоке от такого. Я от такого, друзья, в шоке. Так, подождите, а можно же вернуть? Чё я туплю? Мне надо было на прошлый ход вернуть. А сейчас-то уже смысла нет. А я лень. Сколько вернулось? 45? Это еще 3 прокаста надо. Ну, может и сделаем. Надеюсь, больше забросок у нас не будет. А чтоб не было забросок, их надо там занять. Ну, я надеюсь. Офигеть вообще, что творится. Блин. Ну ладно, 3 это ерунда, все равно их поднимать. Так, есть еще? Все, уже не действует, на. Хотя по-хорошему надо было. Атаковать скальдов. Что они кастуют вот эту дрянь постоянно всякую. Клон, ну хрен с тобой. Золотая рыбка. Они там все прям перебафанные просто с головы до ног. Так, а нам что надо делать? Нам надо, короче, добивать скальда. В нем всякая дрянь висит сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй, манна! А, мы сделаем перекачку. Перекачка. Где наша перекачка? Где перекачка? Вот она. Вот. Это я понимаю. Так, погнали. Еще плюс 45. Да, я реально затупил, друзья. Надо было мне сделать просто возврат времени. А я... Ну, с другой стороны, я бы тогда бы этого в барана бы не смог превратить.
разбойника. Он еще и уклоняться умеет. Тогда тоже бы не совсем понятно, как бы мы с ним справлялись. Клоны — это хорошо. Клоны делай. Я не против своих клонов. Так. Ну, лишнюю ману тратить не будем. Еще 45. Еще не всех подняли. Офигеть. Офигеть, друзья. Так. Что это он сюда пошел? Какая у него скорость? 3. Раз, два, три. Не дойдет. Он же не ускоренный, ничего. Фантом, каменная кожа, бог с тобой. Так, здесь что? Ангел Мститель. Вот зараза. Здесь что? Скорость. Ну давайте сюда. Опасные эти скальды со своими этими ангелами-мстителями, конечно. Так, ну что, придется по фантому отсаживать, что делать. Фантом быстро складывается. Обменялись ударами. Так, наверное, снимем с него Ангела Мстителя. В смысле? Зараза, я теперь только по одному могу кастовать, да? Ладно, тогда мы будем убивать фантомов. Промах. Что, эльфов мне поднять надо просто вообще обязательно. Зеркало боли. Ик, ик, ик. И еще фантом. Да это фигня, дружок. Так. Подъем. Где подъем? Еще 45, и это опять не все, а? Ну че, офигеть. Ладно. Не знаю, что и сказать. Да, это все фигня, дружок. Так. Блин. Не хватает маны. Перекачку надо сделать. Че, ждем, наверное, следующий ход тогда, я не знаю. Так. Во, наконец-то. Там, по-моему, еще глаза надо бы было поднять. Не знаю, будем заморачиваться с глазами. Да давайте заморочимся, почему нет? Зачем нам лишний раз терять воинов, правильно? Тихо, тихо, ты не убейся раньше времени, дружок. Так, да, один глаз. И все, и будут без потерь. Что-то я сильно заморочился, ну ладно, пофиг. Зато без потерь. Хотя, конечно, было жестко. Сколько мы эльфов восстановили?
100 там 30 с чем-то. Так, увеличение урона. Не, нам это не надо. Давайте вот что-нибудь там, личное участие. Русти Одноногий. Коварный морской разбойник Русти Одноногий убит. Отныне ничто не мешает торговому грузообороту на славном Исланде. Отлично. Русти дал мне прикурить, конечно. Ну, умно, как бы. Умно все сделал. И действительно ворвался. Такая тактика, она, конечно, ну, когда вот много стрелков, это только против компьютера. Против человека реально она такое не попрет. Он реально сделает там пару забросов, и все, и все твои стрелки будут блокированы. Как бы окажешься. Так, это что такое? Пингвин, что ли? Офигеть. Ну-ка. Странная птица. Торвальд. Прямо перед вами на льдине сидит странная зверушка. Может быть, это птица? Что за птица такая? Сам ты птица. Торвальд пингвин. Никогда раньше не встречал пингвина. Откуда ты взялся? С юга. И вас там много на юге? Много. Очень хочу обратно. У вас тут на севере очень жарко. Жарко? Кругом лед. Ну и что, что лед? Очень жарко. Торвальд хочет обратно на юг, где холодно. Пингвин? Да, пингвин. А что это значит? Это значит, что мы стучим и побеждаем. Еще вопросы. Имя у тебя, как у настоящего викинга, а на вид ты не викинг. У пингвинов все имена такие. Викинги наверняка произошли от пингвинов. Ну и что тебе мешает отправиться домой? Торвальд здесь еще дела не закончил. Торвальд привез красивые камушки, зеленый, красный и синий. Хочешь посмотреть? Показывай. Хорошо, слушай мои цены. Один кристалл магии 10 тысяч золотых. Одна руна силы, духа и магии по 100 тысяч золотых. О! О, есть куда влупить наши 5,5 миллионов, друзья. Так, давайте смотреть, что я хочу вообще от жизни. Я хочу знание слабостей. Это значит, сейчас я куплю одну руну духа и одну руну магии. Так, покупаем одну руну духа. Пингвин забрал ваше золото, спрятал его, отрыгнул блестящий камешек. Держи, вот твой камешек. Я еще хочу что-нибудь купить. О, поднимаются цены, друзья, после каждой покупки на 50 тысяч золотых. Хреново, ну ладно. Покупаем руну магии. Так, качаем. Все, у нас теперь 7% нанести крит, 7% избежать крита. Пожалуй, здесь, наверное, все. Теперь по силе. Ну, по силе надо брать натиск, друзья. Надо брать натиск. Однозначно. Так, 4, значит, надо купить... Раз, два, три, четыре и сколько духа, я не помню. Три или два? Два, по-моему. Да, взяли. И теперь 10,3. Ого-го. А денег у нас... Ну, еще есть деньги. 10,3. Ну, давайте брать силу. Уже 300. Я боюсь, что мы силу не возьмем. Сколько у нас уже силы? 5 только. А денежки-то того. Кончается. Надо же будет еще и оставить себе что-нибудь. 8 рун силы. И 420 тысяч. Пока остановимся на этом. Нам же и войско, если что, надо будет подкупить. То есть все там. 5-10. Кстати, у нас следопыта заканчиваются, друзья. Так, сейчас мы здесь все исследуем, и надо будет идти в пещеру. У нас же, по-моему, здесь еще задание на, да, на дракона-некроманта. И, в принципе, здесь больше ловить будет нечего. Дракон-некромант, скорее всего, сидит в пещере. Где же ему еще быть? Зеленая рыба, красная рыба, синяя рыба. Так, соберем все сундуки. Теперь нам очень нужны деньги. После таких затрат, растрат. Ну хорошо, что... Вот это мне нравится, как разработчики придумали. А то ездишь с 5,5 миллионами и думаешь, ну и чё, куда их? А тут как бы нашлось им применение, что очень здорово. Так, здесь, наверное, не проедем уже, да, скорее всего? Да. Тупик. Уперлись в невидимую стенку. Так, здесь что, нельзя выйти, да?
Здесь можно. Тык. Все, теперь мы должны отправиться, в принципе, поскольку мы здесь все уже осмотрели, насколько я понимаю. Мы пойдем в пещеру. Где у нас пещера? Что я запутался? Вот тут, по-моему, где-то. Вот, по-моему, вход, нет? Да. Да. Спуститься в глубокий грот. Погнали. Насколько он глубокий. Яйцо пока. Сейчас будем собирать все. Блин, я их столько повыкидывал в свое время, да? А мог бы продать. Кто там? Скелетос? Ну давай. Спрятался за колонной, а? Хитрец какой. Так, раз. А, ну чисто некромансеры. Эти будут кидать свои дурацкие порталы. Поэтому их надо занять, конечно же. Так. Пока неплохо получается. Ого! Так, а, друзья, мы же можем им сделать, чтобы они не кидали свои кости, запрет, запрет на использование способностей. Где он у нас? Подождите, ну был же такой. Вот они, оковы магии. Специальные умения вражеского отряда, лидерство которого меньше сил заклинаний, будут заблокированы. То есть лидерство должно быть. Да. Жалко. Так, не, надо срочно призывать посланника, чтобы их занять. То сейчас будет не очень приятно. Лидерства у них слишком много, это правда. Хрен заблокируешь. Не, ну тут они пока с этими пусть разбираются, а мы сейчас... Ой, не, зачем это нам не надо? А мы сейчас вот с этим. Зря 35 единиц манны угрохал, я хочу сказать. Могло бы и без учета лидерства работать такое заклинание за такую цену, я хочу сказать. Офигеть, ваншотят. Кинул все-таки тварь. Ну, кинул неудачно. Что делать? Феню надо вызвать, наверное. В любом случае, их надо занимать как-то. Чё-то до хрена скелетосов. Да, без Фени никак. Так, ну и кого-нибудь еще. Ай-яй-яй, не хватает на Dark Crystal. Ну, сейчас насобираем. Вот уже и есть. Кто из них первый ходит, тот и полетает на водном аттракционе. Почти убили Феню с ответки. Да, жестковато все происходит. Ну как он собрался, разобрался, а? Так, ладно. Так. Наверное, кинем сюда.
Так. Личное участие молниемист. Это все ни о чем. Не, ну в принципе должны справиться, конечно. Даже я уверен в этом. Ну вот такие ударчики, конечно, да. Какая хитрая комбинация. Демонстрируется нам, а? Так, ну что, дружок, сделать из тебя барашку. От греха подальше. Чуть тяжело так, а? Ложиться. Глазки-то еще выбили. Бе-бе-бе-бе. Только я знаю, это одно и то же. Глазки жгут. Что с тобой так долго, я не пойму, а? Какой слабый крит. Все, вернулся. И радуется такой. А чё радоваться, когда тут никого не осталось? Фу, нелегко. Но зато 61 уровень. У нас. На секундочку. Ну, чё-то ещё тут и получаем даже. Даже что-то получаем. Интеллект плюс один. Руна духа. Шикарно. Так, давайте маны хлебанем. Вот, вовремя я ее хлебнул. Так, что здесь, что здесь? А, лучники. И еще два стака лучников. Это вы хорошо, конечно, придумали. Ой, ну чё ж я не двойной-то, а, в самом деле. Фига себе. Хочется всё-таки... Ну, с ответкой убьёт меня, не убьёт. Пофиг. Не убьёт. Все равно мы этого заслепим сейчас. Так. Есть.
Пока все нормуль идет. Ой, только сказал. Как не нормуль. Кости неудачно у тебя выпали. Плохо, что вот этот сейчас стрельнет. Минус 2. Ладно. Раз ты так. Тогда делаем вот что. Тик. Со скелетусами бы разобраться. Что они же еще могут в кости покидать не один раз, да? Ой-ой-ой. Хорошо, что он не первому дал ход. А вот дали первому ход. Ага. Ну, что-то они так решили. Хозяин барин. Так, что будем делать? Я думаю, вот что мы будем делать. Погнали. Крушить их. Опять неудачно кинул. Не везет тебе с костями-то. Не везет. Так, дружок. Ты явно хочешь попасть в ловушку, я уверен. Так, на всяк случай сюда ее тоже поставим. То кто его знает, что он там придумает? Не решился вперед пойти. Странно. Ого, как разошлись. А я там подстраховался, ловушек понаставил. Тут все легко и просто оказалось. Руна силы. 10-3, а нам надо... 10-3. Все, у нас натиск 3 уровня. Инициатива плюс 3, максимум ярости плюс 10. Ну и тут между орками распределяет что-то. Не знаю, не знаю, ни про каких орков, ничего не слышал. Еще? Стоять, зорька. Теперь давай. Блин, скелеты тут сливаются так с местностью, вообще их не видно. Так, ага, ага, ну тут проще. Хотя он, может, и без двойной бы убил его, ну да ладно. Убили уже? Так быстро? Ну ладно, тогда я сюда полечу. Этих не буду будить, ребят. Так. Жалко, что вот это не массовое. Могло бы быть и массовым, мне кажется. Почему бы и нет? Не такое, то прям супер-пупер крутое. В моем случае, конечно, крутое, но два заклинания на это тратить как-то... Ну, как-то не очень.
Срубили нашего феникса под самый корешок. Ты что, тут ускорение использовал, что ли? Зачем ты это сделал? Ты спешишь принять окончательную смерть из логи. У нас есть такое заклинание. Оно беспонтовое. Тик-тик-тик. Блин, да тут вообще все как бы плохо различимо. 10 000 неплохо. Но с деньгами, конечно, у нас печалька. Блин, какая здоровая пещера, а? Ну и тут красота какая, понимаешь? Жертва. Чё там, некрас тусит? Давайте повоюем с некрасом. Так, в принципе, только некрас и есть, да? Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Только некрас и есть. О, хорошо. Прям долбанул. Тоже неплохо. Да вы все молодцы, я как погляжу. А, бессмысленно, они же не подвержены слепоте. Можно было и по центру рубануть. Ты перестраховался. Ого! Кто это нас тут куда втопил? Что-то я не понял. Кто это у нас зачем это куда втопил? Хотя тут можно было и не колдовать это. Тут как бы понятно, что наши побеждают по очкам. Да, успокаиваются они вообще на раз-два. Наших злых лукарей. Ну, кстати, глазки тоже очень неплохие. Очень неплохие. Сейчас он Злоган скушает. Вот и все. Не помогло его уклонение. Был уничтожен отряд. Отряд был уничтожен. Угу. Как-то тут все разветвляется. Чё это? Плюс 5 маны. Хорошая пещерка. Интеллект подняли, ману подняли. Так, что тут? 19 побед, 23 победы. Еще много. 5 000, да? И куча зомбей. Ну, может быть и такое, чё ж не может. А, блин, опять отравленную. Зачем я это сделал? Зомби слепнут, я не помню. Слепнут, как миленькие. Ну а
Однако. Такс. Начинается новый ход. Давайте с огненным повеселее, я думаю, должно пойти все. Так, я, наверное, сюда еще посланника Регины призову. То зомби могут быстро расковырять нашу феню, тогда будет неприятно. Расковыряли такие. Но с другой стороны, нам феня уже больше и не нужен. Так, ну что, я думаю, вот так надо поступить. Как-то криво. Чпок. О, это мы их долго будем ковырять. Ты что придумала? Что придумал, негодяй? Так, кто будет следующий? Ты? Так, по очереди, в принципе, нормально, я думаю, все будет. Ух ты. Решил с этой стороны пройти, а? Это хитро придумал. Хитрый Дмитрий. Забили. Следующий. Так, а какой у тебя ход? Скорость 1, а мы полечимся тогда. Ведь ты молодец, что на ловушку наступил. Есть. Ну тут так уже добьем, не будем ману тратить лишний раз. Зомби такие безобидные, хоть и такой толпой нападают. Просто мяско. Ух ты. Две руны магии, неплохо. 5 зомби. Давай. Мана у нас не полностью, ну ладно. Ой. 300 калкарей, да? Это вы как задумали? Что, сюда, наверное, полетим тогда феней. Сюда тогда по стрелушке. Круто. Нифига себе, мы некромансеров упокоили моментально. Фу.
Обложим сейчас его со всех сторон. Бля, Феня вообще самый последний уже ходит. Не стыдно тебе, Феня? Так, что, дадим по огненному урону? Все. Стали зомби. Ну или можно со скелетосами повоевать. Ну-ну-ну, герой. Наверное, больше ничего не будем кастовать. Должно быть все легко дальше. Вот это лупанул. Так лупанул. Окружили и забили. Прикольненько. Ого, ого. Только и знает, что угукать. Ой, двойная стрела имеется в наличии. А я чё? А я чё-то не того. Не, ну что творят? Передача полномочий. Тридцать три на секундочку, тысячи. Долбанули. Не халамбалам. Яйцо паука. Еще кристалл. А, это кристалл магии. А вот руна духа. Что-то последнее время нам часто выпадают, да, всякие руны, так прям... Богато, богато, разработчики. Ага, здесь мы были, получается. Копай. 2000, ну ничего, пойдет. И еще руна, прям. Действительно, что-то под конец не жалеют. Насыпают по-царски. Вампирчик, ну давай. Давай, вампирчик. Ух, хорошо, как долбанул. Отлично. Мне вот не нравится количество призраков немножко. Хитро придумал. Но я тоже сейчас хитро сделаю. Оп. Нормально. Призраки сокращаются. Можно, наверное, ничего не кастовать уже на этот бой. Тут все достаточно легко. О, а чё ж я двоих не вдарил? Старею.
Убийца! Он убил нашего Феникса. Чуть ты пешком пошел, а не полетел. Странный пассажир. Конечно, самое противное, что он может уворачиваться. Ну, рано или поздно мы его доковыряем, никуда он не денется. Ёлки-палки. Начинает надоедать. А, мы его сейчас долбанем. Живот, что у нас есть? На сколько? На 55? Ну, так себе. Блин, надоел. В этой форме он, конечно, крайне омерзителен. Своими выкрутасами. Тик. Так, кидаем кристалл. 3000 опыта. Ну, немножечко мы прогадали, как бы. Один кристалл это круче, чем 3000 опыта. Изумрудного? А, зеленого. Тут зеленые, ну, обычные зеленые драконы. Тут их за каким-то хреном изумрудными называют. Ну, типа, чтоб гламурнить было. Так, тут вообще смешно, наверное. Хотя количество призраков, конечно, доставляет некоторые опасения. Поэтому будем сейчас их уничтожать в первую очередь. Ладно, здесь по прямой стрелке долбанем. А, вампиры не ослепли. Ну ладно. Да ладно, ослепли? А, это высшие, наверное, не слепнут. Ну ты убийца просто, черный властелитель. Так. Я думал, тут все легко будет. Эй-гей-гей. Это зачем? Это вы куда так решили? Это нехорошо. Так слабо. Давай, убей ее. Да, магия тут рулит. В этих случаях. Ой! Сразу! Не ожидал такого подвоха. Вампиры атакуют. А эти долбанем, почему бы и нет? Почему бы и не долбануть, если душа просит? Сейчас надо эту дырочку закрыть дроидом, и все будет пучком. Ну ты какой, бегун. Спортсмен, сразу видно. Так, ну и все. Дырка закрывается. Сейчас мы с него поснимаем броньку. Наложим на него критику. Подвергли критике. Ой! Твою дивизию. Это не стреляющий дроид был.
Я освободил зачем-то проход. Но все равно не пройдет, у него, по-моему, два хода. Да, он с ними будет возиться. Ну и возись на здоровье. Все. 22 тысячи как долбанули. Так и все. Бочки со свечками кто оставил? Непонятно. Загадки во тьме. Так, а мы тут кругом ходили, все видели, нет? Походу, да. Ну ладно. Жмем дальше. Оба-на! Да это же... Ну да, непобедимый, говорят. Дракон Некроман. Так. Помощь. Блаженство Энхеев. А, можно ярости выпить. Что у нас тут по заклинаниям? Есть что-нибудь интересное? Пылающий взор, это лидерство. А, это все надо продать нафиг. Ну все, я думаю, надо нападать. Пока ярость не кончилась. Так, дракон-некромант. Ледяной дракон, увлекшийся мрачными ритуалами некромантии. 22, 14, 15, 45 уровень, 200 маны. Интеллект вроде небольшой, но 200 маны как бы да. Так, два стека драконов, два стека стрелков-лукарей и некромантов стек. Причем закрытый. Хреново, маму знает, что делать. Как бы хочется с драконами разобраться в первую очередь. Так, сюда, наверное. Разобраться бы с этими драконами и потом бы сюда фениксом нырнуть, чтобы палить некромантов и лучников. И эти еще драконы. Блин, сколько много всех. Давай. Два. Слабо. Давай. Четыре. Ну ничего, ну мог бы и лучше. Так, все сломанное. Давай. Есть. Кританул. Тогда мы возьмемся за этого. Крит на 2. Минус 1. 2 осталось, к сожалению. Ой, на Злоган сел. Ой-ой-ой. Цепная молния. Вот ты тварь. Дракон то ли не долетал, то ли что. Но не решился на основной стек идти. Так, вот цепная молния, это хреново. Мы, наверное, пока будем все это терпеть. Потом посмотрим, что будем со всем этим делать, как мы будем подниматься. Ты же был ослеплен, я не понял. Как ты умудрился стрельнуть, дружок? Ладно, даем огненный урон. Минус 55, слабенько. Так, вот и думай теперь, как здесь выдувать лучше. Ну, все-таки некросов надо в первую очередь. Да. Короче, он любитель цепной молнии. Какой он после этого некромант, я ума не приложу. Но говорят, некромант. Хорошо. Я согласен с таким поворотом дел.
Так, давайте-ка боевую птичку, то я смотрю, что некоторые вперед нас ходят. И благословление. А я на такое не подписывался, что вперед нас ходили. Надо было подлететь, что я затупил. Хороший удар. Плохо, что воскрешать можем только раз за ход, потому что дорого стоит. Больше 20. Ну вот это пожалуйста. Это мы всегда рады такому. Блин, ты куда? Это не тебе предназначалось. Вот дурында. Угу. Долбанул нашего Феню, засранец. Вот же гад, знает, что делать, а? Зато и я теперь знаю, что делать и кого восстанавливать. Так, ладно. Блин. Надо было на него наложить критику. Но я не додумался что-то. Ну и так свалили. В принципе-то. Вот это пожалуйста. Че ему не понравились так эти дроиды, хрен его знает. Но я только за такое расходование маны соперникам. Так, ну, значит мы не спешим. Один. Вообще никого не надо. Шесть надо. А здесь три надо. Хорошо. Убедил. Так, ну не знаю, блин, заканчивать, не заканчивать. Ах, заканчивать. Тут сейчас долбанет цепью, потом бум, локти кусать. Хрен с ним, один инженер этих сейчас глазок возьмем из резерва. Короче, нормально все получается. Дракон-некромант, опустошающий погоду, Исланда убит. Теперь мертвые будут спокойно отдыхать в своих могилах. Хорошо. Пусть отдыхает, я не против. Так, что тут он скрывал? Драконы же всегда золото собирают. Где золото? Вот он, сундучок. 5 магических кристаллов. Это нормально, я считаю. Так, руна духа. Надо будет задуматься, кстати. Над вопросом. Может, мы еще что-нибудь запрокачаем? Отлично. И еще кристалл магии. Ну-ка, что у нас тут? А, 0,25, да. Кристаллов силы нету. Именно то, что хотелось бы, конечно. Кристаллы магии такие незаметные в этой пещере. Как-то так сливаются. Тут все сливается. Скелеты сливаются. Кристаллы магии сливаются. Надо быть очень внимательным. Тут прикольная какая-то стоянка такая была. Костер до сих пор горит. Так, друзья. Я понимаю, что нам больше тут ловить нечего. И мы должны направляться к Орн-де-Гору, да? Ну да. Для этого, я думаю, мы отправимся в Рифланд. Так, теперь нам надо улететь с того места, куда есть доступ на корабле.
Именно вот отсюда. Так, Рифланд. Погнали. Где у нас тут проход сразу? Вот он. Новый Кордар. Это беготня такая. О, может, мы инженеров подкупим? Офигеть. Три всего следопыта осталось. Так, менять. Надо что-нибудь? 5 штучек сменять на 2 руны силы? Наверное, да. Наверное, в этом есть смысл. Так, инженеры тут есть где-нибудь? О, инженеры. Так, а может, мы их всех возьмем? А чё нет? Почему нет? Давайте возьмем всех инженеров. Правда, основной костяк нашей армии эльфы, но... Хрен с ним. Так, значит так. Потому что инженеров хрен где возьмешь и больше. Мы их, по-моему, всех выкупили. Глазки мы все выкупили. Пусть они у нас будут в резерве. Так, приветствую тебя, правитель. Я только что вернулся с Исланда. Драконов, которые мешали разработке золотоносной шахты, больше нет. Вот это дело, Олаф. Я немедленно отправлю 2 лучшие бригады горнопроходца на Исланд, а сам навещу Рифланд. Пока уже пора уже заключить мирное соглашение с Освальдом. Если честно, от этой войны с ним мои гномы уже устали. Лучше торговать, чем воевать. Но никогда не стоит торопиться. Будет лучше, если ты отправишься впереди и предупредишь Асфальда о моем визите. Я так и сделаю, Корн-Дигор. Ну, высочество какое. Прям предупредите его визите, знаете, как будто как церемониймейстер какой-то. Типа, ваше высочество Асфальд, к вам едет ваше высочество Корн-Дигорн. А я тут на посылках еще побегаю, не хотите ли чего-нибудь там? Не пропала ли у вас лягушка? Или может вы хотите съесть яблоко? Помните, да, такие дурацкие квесты у нас были? Король Асфальд, король Корн-Дигор согласился на твое предложение и обещал скорости явиться лично для подписания договора между вашими народами. За вашей спиной распахивается дверь и появляется Корн-Дигор в сопровождении нескольких суровых охранников. Я Корн-Дигор, правитель Нового Кадара, приветствую владыку Южного Винланда, короля Асфальда, и желаю ему долгих лет царствования. Пусть его дракары будут неподвластны бурям и мечи всегда острые. А вот он. Асфальд поднимается с трона и делает несколько шагов навстречу Корн-Дигору. Я со своей стороны рад приветствовать мудрого правителя Нового Кадара. Да удлинится его борода бесконечно. Молодой Олаф сказал мне, что вам удалось достичь предварительных договоренностей насчет раздела золотых шаг между нашими народами. Надеюсь, ты прибыл, чтобы скрепить договор по обычаю предков. Так и есть, король Асфальд. Я принес договор о мире и согласии в взаимовыгодном разделе шахт. Дальше началась обычная в таких делах волокита, подписание документов, произнесение торжественных речей, клятвы друг другу вечной верности, обильное застолье. В середине застолья к вам подошел лично Корн-Дигор. Олаф, я помню наш с тобой разговор. Ты помог нам заключить мир с Асфальдом, и теперь настала моя очередь выполнить свое обещание. Гномы Нового Кадара будут воевать за тебя против Гилфорда. Благодарю тебя, Корн-Дигор, а ты, король Асфальд, помогут ли твои воины в этой войне? Прости, Олаф, сейчас я не могу тебе помочь. Благодаря тебе гномы Нового Кадара стали нашими вечными друзьями, но у Южного Винлада еще хватает врагов. Орки, с которыми викинги долгое время жили в мире на Тунгсине, выкопали ятаган войны и начали нападать на мирные деревни. Пока они не тихомирятся, я не могу дать тебе воинов. Конечно, если ты поможешь мне в этой беде, то к твоим услугам будет армия моих отборных викингов. Так и быть, король, я отправлюсь на Тунгсин и постараюсь смирить орков.
Вы получили карту новой территории. Теперь для морских путешествий вам доступно новое место — остров Тунгсин. И, друзья, последняя темная точка на карте открыта нашему взору. Мы открыли всю глобальную карту. Это значит, что скоро будет конец игры. Давайте поторгуем. Что мы тут сможем наторговать за эти яйца всякие? Так. А также за заклинание. Много не выторгали. 824 тысячи всего. Смысла с такой суммой ехать к пингвину вообще не вижу. Да, это вообще ни о чем. Так, что будем делать, друзья? О, жуткая нехватка архимагов. Кстати, архимаг единственный человек в нашей компашке. Можем вполне взять волхва вместо него. Но я тут не вижу волхвов. А здесь? Тоже не вижу волхвов. Куда вы дели всех волхвов, ребята? Вот тут еще торгуют. И тут нет волхвов. Что такое? Мы все пропадали. А все, больше здесь никто ничем не торгует, да? А, можем еще слетать. Ну, вот сюда. Слава богу, никто не отреспавнился, а? То мне в свое время надоели здесь респавны. Тьфу ты, ну ты. Надо что-то делать с архимагами. Слишком их мало. И я их не знаю, где пополнить. Вот в чем беда. Так, здесь всякие животные, да, по-моему, у нее. Ну да. Каши не сваришь. Так, нужна замена, да? Получается. Кстати, эльфов надо бы подкупить. Тоже их немало не хватает. Там 60 штук где-то. Тогда мы сейчас, наверное, направим свои стопы в Мелсарар. Мелса... Блин. Ну, вы поняли, да? Язык сломаешь от этого эльфийского. Да что за фигня везде? Ладно. Подкупим эльфов. Кого же взять? Не знаю. Вместо архимагов. Сложный вопрос. Может сгонять к демонам? Не, ну это слишком далеко. Не поеду к демонам. Это офигеть, сколько времени уйдет. Блин, ну я где-то видел, волхвов продавали. Ну разве сейчас разберешь, где это? Так, ладно. Мерсалар за эльфами. Ну, больше из эльфов на место архимага взять некого. О, кстати. Раз мы взяли в резерв инженеров, то так и быть. Заберем их всех. Так, ну, нету идей что-то у меня. Ладно, погнали на новый материк. Может, там тогда кого и найдем, кого взять вместо архимагов. Я так понимаю, земли будут орочьи. Так, все, в Тунгсин отправляемся, друзья. Да, я смотрю, орочьи тут всякие постройки. Ну и варвары есть тоже. Может, здесь будут волхвов продавать. Так, ну что ж, друзья... Остров Тунгсин приветствует нас. Но этот остров последний, кстати. Неразведанная территория последняя на глобальной карте. Мы будем исследовать и зачищать в следующей серии. А сейчас я желаю всего самого доброго и всех благ.